способ сотрудничества, когда одна сторона передает другой право на определенный вид бизнеса, технологии или товарные знаки. Одним словом, франчайзинг. В Казахстане этот рынок является одним из самых стремительно растущих сегментов экономики. К такому выводу пришли эксперты Евразийской ассоциации франчайзинга. По их данным, объем отечественного рынка с начала года увеличился на треть и в следующем году сохранит положительную динамику. В странах с развитой экономикой такой способ сотрудничества активно применяют в 70 отраслях хозяйства. В Казахстане же франчайзинг пока используют не более 4% бизнесменов. 250 сетей у нас работают в Казахстане. Из них казахстанских франшиз не более 15%. Сам рынок я оцениваю примерно в 2 миллиарда, 2,5 миллиарда долларов. Конечно, с одной стороны это большие цифры, с другой стороны это не совсем большая цифра, если учитывать, что рынок всемирный, всего рынка, всего мира оценивается 6-7 триллионов долларов.